Мы продолжаем. Британские эксперты признали подавляющее превосходство российского вооружения. Издание «Телеграф» получило данные отчета, согласно которому российское вооружение мощнее британских аналогов. Речь идет в первую очередь о пусковых ракетных установках и системах противоракетной обороны. Военные эксперты также отмечают уязвимость британского транспорта. Это кровеносная система всей экономики. Кстати, весьма дорогая сама по себе. Транспорт стоит 3,5 миллиарда фунтов. Это около 250 миллиардов рублей. Добавлю, что наилучшим применением для британской армии эксперты считают операции тактического уровня за рубежом.